Приветствую всех, кто смотрит. Продолжаем Gold Rush день за днем на харде. У нас сезон 4, день 12, 9 дней до осени. Продолжаем рыть. Поломки вроде кое-какие устранили. Рыть опять буду за кадром. Увидимся позже. Так, небольшая поломочка, лампочка, но вот этого записать не мог. Пожалуйста, какая именно лампа? Так, это опять же работа наблюдателя. Прокачанного на второй уровень. Тут уже гадать не нужно. Где что? Поломано. Подсвечивается. Так, одну промывку сделал. Запустил. Это вторая пошла уже. А вот подсвеченные поломки. Не будем отвлекать главмеха. Так, роем уже. Почти до забора. Там привез две машины. Немножко перебрал. Надо было на 70% запускать. Вторую машину перегрузил, поэтому жду, пока немножко переработается. Так, не туда я побежал. Там у меня сломанная кнопка, и на ней сидит механик. И к чему тут делать? Толкнуть. Сломанная, так, тут как? 47, 46, а, быстрее идет. Я же еще чувака взял. То есть можно чуть-чуть ускориться. Шейкер шуршит чуть быстрее с чуваком. Так, пока разгружает, продадим. Температура 27, воды нет. Ну, бочки есть. Ящик обратно, хотя куда-нибудь сюда его кинуть. И что у нас чаще ломается? Я даже не знаю. Генератор, как правило. А лампочки можно и так потаскать. Так, ну ладно. Продолжу рыть. Увидимся позже. Так, ну началось. Посыпались пружины. Это нормально. Это предвиденная поломка. Пружины у нас есть. И домываем вторую промывку. Включил на пробу и посыпалось. Так, вода-то есть? Воды пока нет. Насос вырубить. Смоет эту машину, а мы еще копнем. И начнем промывать. Тут уже забор почти. Подумываю взять уже ковромойку, но пока рабочие не прокачаны до максимума. Коврики вытаскивать все равно будет не очень. Вернее, заполнять я с ними не смогу на 300%. Там будет что-то оставаться в промприборе.
Так, вода появилась. Ну пусть пока из бочек шуршит. Хотя можно поставить заполнение бочек, но воды хватит, пока не горит. Так, пошли меняться. После полной промывки относительно ровно должно идти по заполнению. И опять примерно так же идет. Так, переполнены. Но это... Это я понял, в чем дело, там не заменил. Ой. Давай переключайся. Тут они просто незамененные. Топ-машина. А выключил. Вода так шуршит. Перекинуть воду. И можно чистить. Вот здесь дорожные ковры были переполнены. Это на секунду или на две. Чисто. Тут не чистил. Так, два мотора еще надо взять на запас. Вот это все теперь можно снимать снизу. И ковромойка здесь вполне подойдет. Ведер будет поменьше. Очистка пойдет быстрее. Можно сэкономить на этом время. Не знаю, среди лета брать очередной механизм в максимальной цене практически. Хотя она, по-моему, от 10 до 30 тысяч стоит. Так. Можно сразу, наверное, промывать. Таскать обратно. Вот эти моторы. Надо посмотреть, насколько. Сразу же можно перезаряжать. Так, это отсюда. Там идет уже самый шлак.
Тут перезаряжена. Багами пользоваться не будем. Не спортивно это. Так, ведра. 6 штук сюда составить. Даже 10. 10 ведер с водой. 6 наверх, 4 вниз. Так, тут чистим. Думаю, стоит ли делать подряд две серии, ну, наверное, нет. Это довольно сложно получается. 4 часа кряду. Так, поломок никаких не вылетело. Предупреждения, да, вроде нету. Так, последний лоток. В тот раз неплохо так протратились. Что ж делать, топливо было нужно, запчасти были нужны. Без этого никуда. Еще ведро. И еще 4 для мелких. Вполне успеваем. Два.
Так, еще ведро воды и будет перезаряжено. Наверх пару ведер оттащить. Ладно, это из одной партии. А здесь из разных. Так, оставим пока здесь. Хотя там еще ведра есть. Сюда надо запасные. Дальше пошла мелочь. Тут 4 запасных есть. Так, это тут на запас. Все вроде перезаряжено. Однако, шлак не шлак, а вот с полной командой рабочих 47 унций есть. Магнетит с нами поедет. Сколько с мелких? 0,55. То есть команда все-таки делает свое дело. Так, там сколько осталось, не смотрел. Питатели. А, в питателе пусто. Здесь 43, можно засыпать следующую машину. Закончили. Канистру надо заправить. И генераторы. Воды можно подкачать, наверное, в бочке, но не знаю, нужно ли. Глянем. Сюда бы еще 2 красных шланга. И в бочках еще есть. Можно, конечно, подкачать. И пошли копнем. Можно засыпать следующую машину. Так,
Опять экскаватор шуршит то быстрее, то медленнее. Сейчас медленно. Опять экскаваторщик ушел в палатку заправляться. На пару с наблюдателем. Причем экскаваторщик новенький. Старенького пересадили на отсадку. Посмотреть, еще кто там прокачался. Да, скорее всего, вряд ли кто. Экскаватор надо дозаправить. Все вычерпаю, и скорее всего экскаватор буду перетаскивать туда, к лампочке. То есть пойду от того края, то что там были еще остатки жилы в ту сторону. Конечно, совсем немного, но порода все-таки хоть чуть-чуть богаче, чем этот шлак. Успею, наверное, засыпать машину. Да, заправщик подогнать. На следующий день экскаватор был полный, полным баком. Это все срезаем. Так. Вроде бы успеваем. Черно после полуночи ехать. Так, запчасти нам никакие вроде не нужны. Мотор хотел взять, но... Хотя бы один, чтобы было. А вот сейчас вроде экскаватор пошустрее, или мне кажется... Но когда он пошустрее, сразу заметно. Так, 95, полный ковшик. 99, 100. Там еще пару процентов осталось. Разгружаем, и можно вот это все сразу будет прогонять. Хотя пес его знает, сколько там осталось на ленте. Мы разгружать сразу не будем. Заправщик дайте. Так, опа. А, нет, это сломанная пружина. Я ж подумал, насос полетел. Полный? Почти. Давай-ка вот эту бочку. Так, я тут не пролезу. У-у-у, это плохо. Это плохо. Шланг висящий в воздухе, машина не переедет. И день окончен. 17 тысяч зарплата. 849 кубов, 47 унций, почти 48. 14. Аренда. Колесо пошло, машины. Так, у нас гидравлика есть, пружина запасная есть, лампочка есть. Колесо есть. Так, 33 унции у нас есть. Которые мы сейчас продадим. Так, далековато.
Выключил хоть? Нифига. Шланг коротковат. Хватило. В той бочке шланг побольше. Так, тут у нас вылезу, не вылезу. Нифига не вылезу. Так, посмотрим. Вот там, где лампочка стоит. Это все скопано. Нифига уже нету, пусто. Ну не совсем шлак, 0,5. Здесь. Совсем шлак. Скопанный. 0,4, 0,5. 53. Можно будет копнуть, но попозже. Вот здесь должно быть что-то. 0,3, 0,4. Не, нифига, вот пошло. Остатки жилы. И неплохие остатки. Вот сюда мы и пойдем. Там вообще даже не копано, не сверлено. Так, это вот эти квадраты, как раз там, где стоит лампа. И поедем продавать. Как раз вот эти вот квадраты. Не вижу отсюда, ну да ладно. Там еще есть что копнуть. И теперь это более актуально с полной командой, которая хоть немного, но уменьшает потери. Так, магнетит удайте. Бочку выключим на обратном пути. Да, все никак не опробую. Shadow Play. Может, на нем тормозить тут не будет запись? Но главное, сама игрушка не тормозит. Насчет этого можно будет подумать, но попозже. Пока как уж есть. Рванули. Так, магнетита 1200. Уже, наверное, можно компенсировать немного зарплату магнетитом. 33 унции. Хотя сейчас бы воздержаться от расходов. Надеюсь, двигатели продержатся. Не посмотрел, какой там процент. Посмотрим, сколько стоит обычный, не армированный. Так,
Так, и магнетит бы придержать. Просто плавим. Так, магнетит у нас мог бы уйти за 8000. А если улучшение? 12, а, 6. Сюда, 13 сюда, 8 сюда. Придержим пока. Давай уже плавь. Да, продавать приходится каждый день, поскольку зарплата уже огромная. А работаем еще на третьем тире, роем шлак. Так, в магазин заехать. В чем у вас нынче золото? Нормальная цена. 41 тысяча. Итого 226. Плюс 26 за сутки. При наших-то расходах. Относительно неплохо. Так. Дайте запчастей. Движки были тут. Армированный. Так. 23 тысячи. Да, обычный возьмем. Один. Одного хватит. Так, ролики. Это пока нам не надо. Пружина одна есть. Колесо в кузове болтыхается. Так, ковромойку хотел глянуть. 36 тысяч. Нет, пока дороговато. Поехали обратно. Подцепить бочку, отключить насос. Бочка с топливом, имеется в виду, к джипу. Отключить насос от бочки с водой. Хорошо, что я не взял в аренду шейкер 4 тира. Для него понадобилась бы водонапорная башня, а это еще 150 тысяч, к тому же сейчас уже ее покупать, восстанавливать особого смысла нету. Поскольку от участка остались действительно почти рожки да ножки. Так, это второе колесо, по-моему, пошло. Тут не то, что сам участок не окупится, даже восстановление водонапорной башни не окупится. Оставшейся-то породой... Да, это второе колесо. Опять провозились почти до 2 часов ночи. Так. Включить полный привод. Так, механик шуршит. На пружине. Нашел чем заняться. Стоять. Задний ход. Потянешь? Не тянет задний ход. Проехался тут.
Ну, передний-то не тянет. Валился. Мне надо, чтобы машина стояла здесь. Так, как бочка. Да, блин, не видно нифига. А, ну тут полный. Летело это. Так, здесь не надо. Это пусть дольет. Так, там полное вроде. Заполнение от насоса. Да, до 2 часов ночи. Хотя из этой меньше идет. Вот. Пока что. Насос гонять. На место его. Провод не нужно, чтобы в натяжку, иначе я его не перееду. Так, тут как успехи. 3%. У-у-у, это все, это конец. Это конец. Механик это не вытянет прямо сейчас. Попозже. Хорошо, что заметил сейчас. Блин. Рося. Труба. 53. Ремень. Желтенький. 27%. Плохо. Что же делать? Так, катушка у нас запасная была. Поставим пока запаску, а то, может, механик подтянет. Как бы не пришлось ремень покупать за 50 тысяч. Как обычно, летом все сыпется. Ускоренные поломки, что ли, летом? Так, тоже армированная, новенькая. А эту механик подтянет. Так, пружина. Ты на ней сидишь? Влез в пружину. А копеечная. Относительно того же движка. Тем более ремня конвейера. Пружина еще одна есть запасная, а механик куда-нибудь еще давай. О, уселся на катушку. Ну ладно, а на этом пока закончим. Всего хорошего и всем пока.